Добрый вечер, уважаемые зрители и подписчики. Сегодня я хочу вам сделать небольшое объявление. Я зарегистрирована в Одноклассниках, там у меня есть страничка Вера Князева Воронеж. Но больше всего я вот из социальных сетей, мне нравится ВКонтакте, популярная сеть, у меня там тоже есть своя страничка, также Вера Князева. И вот когда прошел сюжет о семенах, когда я делала обзор мирового наследия из двух частей, то вы в своих письмах ко мне спрашивали, есть ли интернет-магазин, а где еще вас можно увидеть. Ну и вот я решила, что ВКонтакте пора создавать тоже свою страничку. Вернее, не страничку, страничка-то есть, создали группу. Группа это с одноименным названием «Дача без фанатизма». А там будут ссылки на мое видео, на мои видео. А еще там будут по теме, по дачной тематике публиковаться мои статьи. Я вам уже не раз говорила, что несколько лет, и все с этого и началось, я писала в различные газеты и журналы статьи по дачной тематике. Но вы понимаете, что кто этим занимается, что статьи в журналах и газетах тем более коротенькие, они ограничены редактором, знаками, количеством знаков, а я человек разговорчивый и творческий, по сочинению всегда имела только 5 в школе, и люблю писать, уж если берусь, то пишу много. И эти статьи, естественно, у меня сохранились в живом виде от и до, не то, что они получаются опубликованными в журнале. И вот в этой группе ВКонтакте «Дача без фанатизма» я буду публиковать вам свои статьи в полной редакции, в живом виде, как они есть, со всеми своими эмоциями и впечатлениями, по необходимости вставлять фотографии. Но, к сожалению, я когда стала заниматься блогом, то фотографирую гораздо меньше, хотя зря, не во всех статьях будет хватать фотографий, но я это буду, конечно, наверстывать. То есть будет статья, к ней фотографии, там же будут ссылочки на мои видео, так что, пожалуйста, смотрите. ВКонтакте тоже можно вести оживленное обсуждение, будем с вами переписываться. И можете мне там также заказывать статьи, буду писать. Сейчас начинается новый сезон, придется писать опять много, редакторы просят статьи, но я очень уважаю всех своих редакторов, но тем не менее повторюсь, что они ограничены в количестве знаков. В моей группе вы будете читать то, что я пишу, все, что идет от моей души. Итак, пожалуйста, приглашаю вас в группу ВКонтакте, которая называется так же, как и страничка в YouTube, «Дача без фанатизма». До встречи уже ВКонтакте. Всего вам доброго!